исцели тебя! Ну, хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться.
Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. По ней вырежи. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню, однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю зону! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается.
Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! Трума! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет! Брось моего сына! Мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Все кончено. Да ну. Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын!
Сын? Я тут. Не двигайся. Ты мне поможешь? Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Как холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось.
Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Голова, что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу, честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Может, нужно наполнить обе ловушки? Oh!
Стой! Кажется, там Бальдер. Я бы никогда спрячься. На это не согласился. Слушай. Ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Жалкий трус. Какой же я трус. Oh!
говорю, тебе придется многое сделать. Кто это? Поспешим.
Не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. И что? Не мешайся. Помочь. Что сделать? Ты уже сделал. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидбладнир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем же это. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь... Срезал паруса. Что теперь? Спустил паруса, но они должны ловить ветер. Жар от огня! Мы вправду летим! И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого! Ты сделал огромный небесный фонарик. Я сказал, ты жди здесь. Хорошо, жду.
Корабль застрял на мосту. Корабль застрял на мосту.
меня там! Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов, а уж мальчишка — просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось! Мы свободны! Мы отсюда выберемся. Сразись со мной! И покончим с этим! Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Айсберг по левому борту! Держись! Я его срежу!